Және бүгін біз Тобыл және Барсы Атырау командасы арасындағы матчты көретін боламыз. Тобыл қостанайлық команда дәл қазір бізге Барсы Атырау командасын көрсетуде. Жасыл жейдеде Атырауымыздың команда және олардың қарсыластары мінеке қостанайлық Тобыл командасы да алаңға шықты. Бір-біріне сәттілік тілеп ойыншылар жігерленіп бүгінгі матчқа әзір екеніне белгі беріп отыр және бір-бірлеріне сәттілік тілеп алғыс білдіріп бір-біріне қарсы тұр. Бұл матчты жүргізетін мен Мерейғали Асқар және Мұрагер Мұратов және төрешілер алқасында назарларыңызда. Әнұранда орындадық, тыңдадық. Енді командалар мінеке бір-бірден торға топты бақыттауда. Жалпы чемпионатта өздеріңіз білетіндей 5 команда: елордалық Астана командасы, Барсы Атырау команда, сондай-ақ Ақтөбе командасы бар. Барсы Атырау командасына бүгін қарсылық ететін Тобыл командасы және соңғысы ақтаулық Каспий командасы. Спортқа ұтыс тігу сенің сәтің келуде. Команда алға. Жеңіс алыс емес. Тарихта өз ізіңді қалдыр. Сенің командаң, сенің жетістігің. 1xBet. Бұл сенің жеңісің. Жалпы ойын қостанайда өтіп жатыр. Тікелей көрсетілімнің бас демеушісі BetXBet букмекерлік кеңсесі. Мінекей ойыншылар бір-біріне сәттілік тілеп қол алмасуда. Және төрешінің ысқырығымен бүгінгі ойын да басталады. Қос командада да бойшаң ойыншылар бар. Және допты ойынға қосу барысында ереже бұзылып, Тобыл командасы допқа ие болды.
Дәл қазір алаң сыртынан допты ойынға қосады. Және алғашқы ұпайға да е болды Тобол командасы. Және Барса Атырау командасы да бұл шабуылда ұпай еншіледі. Шайым Қуанов өте белсенді бұл команда сапында. Ал енді Барса Атырауда неке өздеріңіз көргендей 95-ші нөмірлі ойыншы өте жақсы шабуылға шығып өз командасына пайдасын тигізді. Тобыл ойыншылары Стандопты тура нысанаға тигізді. Бұл 18-ші нөмірлі Никита Тимофеев. Осы команданың шабуылшысы, форвард. 23 жастағы ойыншы, жалпы Астана және Нұрсұлтан қаласының тумасы. Бойы 198 сантиметр. Ал енді Барса Атырау командасы қалай жауап берер екен? Біріншісі бар. Екеуін бірдей нысанаға тигізді. Антон Быков та осы тұста. Өскемен қаласының тумасы. Бүгінде Тобыл командасының бетке ұстар ойыншыларының бірі. Шабуылда ептілік танытты. Иә, өте тартысты ойын өтуде. Әрбір команда өз шабуылдарын нәтижелі орындауда. Ешқандай қателіктерге бой алдырмай голға голмен жауап беруде. Бұл команда сапында жалпы 15-ші нөмірлі Роман Марчукты атап өтуіміз керек. Сондай ақ өздеріңіз білесіздер, отыз бесінші нөмірлі Әділхан Марат сынды ойыншылар өз командасына біршама пайдасын тигізіп жүрген ойыншылар. Шайым Қуановтың тамаша пасы және оны Антон Быков кезектіреді. Жақсы сәтті пайдалан алды. Және әзірге үзіліс. Командалар демалуда. Жалпы Тобыл командасының бас бапкері Тимур Сұлтанов
қостанай облысы Жетіқара елді мекенінің тумасы 40 жастағы маман бүгінгі таңда тобыл командасын дұрыс бағыттап бапкерлік ақыл кеңестерін айтады баптап жүрген маман ал енді Барсы Атырау командасының бас бапкері Литвагарс Арнис Литва яғни Латвия Рига елді мекеннің қаласының тумасы әртесіне қарағанда 7 жас үлкен екен Барсы Атырау доптан айырылып қалды және Шайым Қуанов бастаған ойыншылар сәтті шабуылға шығалды тіпті қорғанысқа да қайтып допты алып қойған еді нысанаға тимеді әйтпегенде өте жақсы ұйымдастырылған еді Төрешінің асқарағы кезекті сәт Шайым Қуановтың пасы және ол пасты өз пайдасына шеше алмады үшінші нөмірлі Барсы Атырау командасының ойыншысы азап қателесуде тобыл командасы шабуылға шығып көрмек қарсылас аймағында Шайым Қуановтың тамаша финті бәрі келді және үш ұпай еншіледі тобыл командасы Шайым Қуанов қорғаныста өте сенімді және шабуылға егер тартын қорғаушы Барсы Атырау шабуыл сәтсіз Максим Ваяковтың көмегімен тобыл командасы соңғы шабуылда белсенділік танытты бәрі келді үшінші нөмірлі ойыншы үш ұпайлық соққы жасады не төреш асқырға командалар бас бапкердің ақыл кеңестерін алып үстін сұлықтарды алып қазір ұланға қайта оралды және командада өзгерістері бар және тобыл ойыншылары топты ойынға қосады болды тобыл өте белсенді болды Қостанай облысы Қамысты елді мекенінің тумасы 30 жастағы Шайым Қуанов осы команданың петкестар
белді беделді ойыншыларының бірі. Әрбір шабуылда қорғаныста еріктілік танытып жүр. Барлық жауапкершілікті өз қолына алып, мінекей кезекті рет ұпай сыйлады өз командасына. Ал енді жағдай тіпті қиындап кетті Барса Атырау үшін. Не бұл тұста осылайша шұпайлықпен жауап қатты Барса Атырау ойыншылары. Тамаша финт жасады. Және пасы да өтті, алайда соңғы сәтте доп нысанаға тимеді. Алаңды өте жақсы көріп жатыр Барса Атырау ойыншылары. Бір қапталдан екінші қапталға бас асырып кеңінен ойнағанды жөн санап отыр. Және 8-ші нөмірді ойыншы осы тұста. Командасына ұпай сыйлап, айыпты да өзі орындайды. Рахметжан және Жайымқуанов допты ойынға қосты. Доп Жайымқуановта. Жанда 8-нің гол бар. Және Антон Быков бұл жолы доптан айырылып қалды. Жылдам, тамаша финт жасап, осылайша өз айласын сәтті асыралды. Тобыл ойыншылары шабуылын тоқтатуға тура келді. Күрешінің қысқырыға және болыста Максим қателік жіберді. Және бұл қателікті қарсылас ойыншы пайдаланып кетті. 33-ші нөмірлі Рустам Өтеген, Атырау қаласының тумасы, жасы небәрі 25-те. Шабуылшы осылайша прессинг жасау барысында қарсыластың қателескеніне септігін тигізді.
жағдай жасады. Ойыншылар алмасуда. Және бұл шабуыл нәтижесіз болды тобыл үшін. Ал енді Барса Атырау командасының ойыншысы айыпты орындайды. Бірінші мүмкіндігі дөп дейді. Және екіншісі де сәтті орындалды. Ал енді тобыл ойыншылары, алаң иелері қалай жауап береді екен? Байлық іске аспады. Үшіншілерді Барса Атырау ойыншысы Руслан Өтеген байлық жасауға тырысқан, алайда ол ойы іске аспады. Төреш асқырға. Шайым Қуанов соңғы сәтте фол жасаған екен. Кезекті мүмкіндігі Барса Атырау ойыншысы сондай айыптарды сәтті орындайды. Сайым Қуанов кезерді ап командаласымен бас алмасып, әріптестері бұл шабуылдан пайда келтіре алмады өз командасына. Командалар жалпы теңдей келіп жатыр. Тобыл командасының бастапқы қарқыны басылған. Рустам Өтеген сатынан соң қарсылас аймағында Барса Атырау жасыл түсті команда ойыншылары алыстан жасаған торнада деген. Ал бұл енді тобыл ойыншысының жасаған соққысы торға тиді әрине. Эмоциялық түрде оңайға соқпай жатыр қазір оған.
Максим Ваяков. Рудный қаласының тумасы. Оң жаққа қалды ашық тұр. Ал Антон Быков 2-3 ойыншының арасында ойын іске асыра алмады. Барса Атырау. Шабуылда. Докторға кемеді. Максим енді өзі допты бақтап көрген. Төреш Асқырға. Ереже бұзылды. Қарсылас аймағында. Топтан айырылып қалды. Дәлелхан Марат. Мараттың қателігі осылайша өз зиянын келтіруде. Қос команда да жалпы аздап шаршап қалған болу керек. Ойынның темпі динамикасы да едәуір түскен. Бұл тұста Келеш Асқырған. Барса Атырау соңғы шабуылдарды өте белсенді. Ал енді тобыл ойыншылары әзірге торға жақындай алмай жатыр. Шайым Қуановтың осындай тамаша пасын Антон Быков сәтті пайдалана алды. Асықпайды. Әдемі алда өтті. Және командаластарына жақсы үлгі көрсетті. Қалыңыз өзі шабуылды бастап аяғына дейін жеткізді. Мінекей ол әдісті әріптесі де жасап көрді. Рустам Өтеген. Және Рустам Өтегенге қарсы ереже бұзылды. Антон Быков. Шайым Қуанов допты ойынға басады.
тобыл ойыншылары. Бүйкіп Куановқа. Команда топты ойынға қосады. Топты көп тамаша алдап кетті. Қарсыласты бұрылыстары өте тез. Жылдам. Шапшан. Отырмыз, ара кедік. Өте сәтті қорған алды, Барса Атырау және Қарымта шабуыл. Үшінші нөмірлі ойыншы допты қақпаға, яғни қорға бақыттап қорғанысқа деп үлгерді, ал Антон Бүгіп болса кезектірет. Әрине, ол жақын қашықтықта болғанмен. Ұңғайсыз. Қолайсыз болған еді оған. Неке осылайша ойыншылар бір-біріне тосқауыл болады, кедергі келтіреді. Барса Атырау командасының бірінші нөмірлі ойыншысы Денис Кенчев бойы 2 метр 6 сантиметр екен. Және өзі қазір айтты орындайды. Сіз тағы да бір мүмкіндік. Бұл жолда Денистің ойлағаны көздегені болмады, орындалмады. Доброго времени суток всем любителям баскетбола. У нас продолжается игра Абул Барса Атырау. Игра проходит в Кустанае. И видим мы, да, как Абул доминирует. Ну и местами... прошу прощения, видим, как Атырау доминирует. Ну, достаточно равно идут, мы наблюдаем. И напомню, что завтра встреча тоже повторится на этой же арене. Ну, поглядим, что же нас ждет в будущем. Ну, тем временем, Барсы в этом матче пока идут. И получается у них хорошо реализовывать свои моменты. Ну, и Тобол пытается, и получается у них тоже грамотно отвечать. Но местами мы видим, где нарушения правил, фолы мешают команде для того, чтобы нагнать своих соперников. Ну и очередной подобный момент нарушения правил. Мы уже помним, что более 5 фолов уже есть в этом периоде. И каждый последующий фол будет выброшен из линии. И сейчас на ваших экранах Роман Марчук. Да, выбивает 2 из 2 и достаточно легко он это делает. Ну и поглядим уже на позиционную атаку кустанайской команды. Шаимов ведет мяч, передача. Прошу прощения, вот теперь только Шаимов, мы перепутали здесь его с молодым игроком кустанайской команды Симбаевым Ануаром. 2002 года рождения Ануар, молодой, перспективный, ну и воспитанник кустанайской школы бокса, школы баскетбола, и
знаете, чем-то он похож вот на другого молодого игрока, только из Ахтубе, на Данила Давлетбаева, и у обоих по четвертому номеру на спине. Но молодежь сейчас получает возможность играть, и я думаю, Симбаев Анвар как минимум заслуживает и доказывает, что не зря выпускает его в составе Тимур Султанов. А здесь перехват и атака уже от аравской команды. Ну уже. Все-таки не залетает мяч. Кольцо. И здесь Симбаев разыгрывает атаку своей команды. Передача. Шаимов. И это двушка. Очень точен в этом эпизоде. Пятый номер кустанайской команды. Тоже Шаим Куанов является воспитанником кустанайской школы бокса. Родом он из Хамста, что находится в Кустанайской области. И это прекрасно наблюдать за тем, как молодые наши соотечественники вот показывают такой уровень. А здесь вот он, бросок молодого Симбаева Анвара. Трешка прямо в цель. Ну и теперь работает он в отборе, но здесь, конечно, против Могила тяжело отработать. Могил является одним из лучших игроков этого розыгрыша чемпионата Казахстана. Ну, здесь все-таки молодой Симбаев цепляется за мяч. И перспективная атака кустанайской команды, ну, здесь нужно реализовывать. Да, доработал до конца Анвар Симбаев, несмотря на свои габариты, скажем так. Он небольшого роста, 76, и вес около 60 килограмм. Да, очень легкий взрывной такой форвард. Ну, здесь он прекрасно доиграл эпизод и принес своей команде важные очки. Нагоняет Кустанай, сокращает отставание в счете. Видим мы, Могил пытается пройти вперед, но и здесь сложно приходится против него Симбаеву. Да, разница колоссальная в росте, ну и в технике, конечно. Могил — это тот еще мастер, это топ уровень, благодаря которому и атрауцы очень много и набирают, поскольку легионеры в первую очередь благоприятно влияют для отечественных спортсменов в плане того, что набирать опыту и чему-то новому, профессиональному учится спортсмен. А здесь, судя по всему, нарушение правил. Снова Могил и Симбаев. Вот это вот дуэль. Молодой 18-летний Симбаев против опытного 26-летнего Могила, которого за спиной разные чемпионаты стран. Ну и здесь, видимо, техперсонал помогает с паркетом. Огромную им благодарность выражаем. И благодаря им продолжается наша игра. После небольшой паузы. А здесь Симбаев с мячом. Судя по всему, уходит мяч за боковую линию. И кустанайцы будут выбрасывать из-за боковой. Здесь Шаим Куанов раскачивает оборону соперника. Бросок. Подбор остается за атрауцами. Могил мчится вперед. И вновь. Как прекрасно отрабатывает против него Анвар Симбаев. Вновь удается четвертому номеру достойно сыграть против опытнейшего оппонента и переиграть. И это мы видим не раз. Вот это да. Вот это воля к победе, воля к соперничеству. И выиграть в этом соперничестве получается выступать на уровне, на хорошем уровне у Симбаева, конечно же. Надеемся, не сглазим этого игрока. Хорош, очень хорош он. А и здесь приносит он своей команде
удачный момент. И два штрафных броска. И Тимофееву удается реализовать только один из двух. Перехватывают инициативу у кустанайцы. Видим мы, как начали они поджимать своих соперников. И атрауцы потеряли инициативу. Это, конечно же, может чревато последствиями обернуться для гостей. Поскольку Тобол умеет играть первым номером, лишь бы дать им эту возможность. Здесь отличный бросок. Не точно, и мы видим, подключают все-таки Джордана Уатсона. Отличное решение, здесь тренер все уже прекрасно понимает, что нужно пользоваться услугами этого игрока, поскольку Джордан Уатсон тоже является одним из лучших атакующих защитников в чемпионате Казахстана. Ну и с выходом на паркет сразу же освежает он игру своей команды. Мы видели, как ранее пытался тренер дать время Джордану Уатсону для того, чтобы сумел он передохнуть. И, то есть особо не нагружать игрока, поскольку впереди есть более ответственные игры. На данный момент Атырау ведет в турнирной таблице. И игра против Астаны будет краеугольной для команды из Атырау. Ну и там, конечно же, такие игроки, как Джордан, Уатсон, МакГилл будут нужны. У нас заканчивается период. Передохнули команды, и уже с новыми силами они идут вперед. Джордан Уатсон с мячом. Передача. Рустам Утиген. И снова Джордан с мячом. Ну и прекрасно. Просто белиссимо. Ну, конечно, с одной стороны, с именем Джордан невозможно, наверное, не играть в баскетбол. Ну, понятно, что в честь легендарного Джордана было дано имя этому игроку. Ну, и уроженец Филадельфии доказывает и показывает очень высокий уровень. Тем временем атака кустанайской команды. Неточный бросок. И поглядим теперь за позиционной атакой атырауской команды. Здесь не залетает мяч. Кольцо. Фортуна на сей раз оказалась на стороне кустанайцев. Шаимкуанов. Передача. Бросок. Нет. Снова неточно. И уже не спеша, с новыми силами атырауцы идут вперед. Отличная передача, но здесь нужно уже бросать. Но нет, до верного доводят атырауцы. Однако и здесь реализация подводит команду. Появляется Антон Быков в составе кустанайской команды. А это первый фол в периоде. На точке МакГилл. Еще один уроженец Филадельфии.
И да. Два из двух. Так, буднично выбивает американец. Для него, наверное, эти броски являются, так скажем, просто подтверждением его класса. И не должны игроки такого уровня промахиваться с этой точки, с этой линии. Ну, а здесь уже и очередная атака от Раутсов. Бросок! Да, с выходом Джордана в связке с Могилом видно, как эта пара, этот дуэт буквально не дает играть соперникам, и против них очень тяжело работать, это мы видим. И перехватывают инициативу от Раутсы, получается у них сейчас действовать так же уверенно, как это было в начале матча. И тому подтверждение очередной фол на том же самом Донте Ламанте Могиле. На сей раз не столь точен Могил с линии, как это было в предыдущий раз. Ну и теперь поглядим за атакой кустарницкой команды. Антон Быков. Мы видим немного такую картину, что перестали бросать. А вот здесь вот бросок. Нужно пробовать кустанайцам, поскольку без бросков и не будет голов. Это очевидно, как ясный день. Наверное, это правда действительно стара, как этот мир, поскольку не попробовав, не узнаешь, что тебя ждет впереди. Или попробовав однажды, можно изменить всю свою жизнь, да, сказали бы цитаты ВКонтакте. Но мы сейчас на баскетболе, и очередная атака кустанайской команды. Здесь передача, до верного пытаются довести кустанайца, но зачем это все? Нужно пробовать. Здесь вот Антон Быков не увидел с правого фланга открытого товарища по команде. И потеря мяча. Атрау очень легко оборонялся в этом моменте. И теперь позиционная атака. Могил ведет мяч. Финтит. Отлично. Отличное телодвижение Могила. Но еще и длинные конечности в придачу, которыми он как клешнями цепляется за мяч. А что здесь? Здесь нарушение правил. Судя по всему, мяч в ногу попал. Даниэлю Альбранту. И вновь нарушение правил. Снова передача на Быкова. Прекрасно. Трёшка залетает в кольцо атрауской команды. И пытается уже отквитаться за этот эпизод. Команда гостей. Мы видим, как покинул паркет. Могил, и сразу же это ощущается, позволяет, начали, точнее, позволять играть своим соперникам от Раутсы, и Таболу нужно этим пользоваться, поскольку тренер команды гостей пытается, так скажем, на эконом режиме работать с Джорданом Уатсоном. Гикчан Тигран все прекрасно понимает и пытается особо не нагружать американца. Ну и этим нужно уметь пользоваться и реализовывать все свои моменты. Здесь неудачно разыгралась атака, и нужно наказывать за это. Фол попадает.
по рукам. Если не ошибаюсь, это был Шаймкуанов. И вновь штрафной. Точнее, штрафные броски будут выбрасывать от русской команды. На сей раз это будет делать Иванов Владимир. Первый бросок точен. Вторая попытка. И да, 2 из 2. Браво. Я Шаймхуановтың бастамасымен әріптестері оны қолдап, бір шабуылды өте жақсы аяғына дейін жеткізді. Ал енді қорғануға тура келеді Антон Быков. Тордың жанында. Айыпты да өз орындайды. Баяншыледі Шаймқуанов және басы атырау. Джордан Уатсон қазір қарсылас аймағында. Рустам Өтегенге пас. Және докторға тимеді. Қателік жіберді. Тамаша. Өте жақсы орындады. Бұл ойыншысы. Енді қателік. Қателікті қой алтын ол керек. Өз мүмкіндігін сәтті пайдаланды. 1985 жылғы баскетболшы. Жасы да 36-да екен. Өз командасының жасы тобыл қазір қалай қайтарады екен. Қос командада қателікке бой алдырып, бұл жолы Рустам Өтеген сәтті пайдаланды. Куанов. Ереже бұзылды.
соқты және тура тимеді. Ал Джордан Ватсон болса аяғына дейін шабуылды жеткізе алмады. Төреш кедергі болды. Тосқауыл болды. Павел Илин. Алматы қаласының тумасы. Жасы 29-да. Бойы 194 сантиметр. 90 келі. Және Павел өз мүмкіндігін мүлч бермеді. Ал екінші мүмкіндігі ойдағыдай болмады. Тамаша жақсы орындады. Командасына екі пойнт сыйлады. Доп аяққа тиіп кетті. Роман Марчуктың. Ал енді де Шайым Қуанов. Пас қалдырды. Өте қауіпті десе де. Қорғаныста өте сақ. Барса Атырау. Даниэль Альбрант. Шабуылы аяғына дейін жетпеді. Және Максим Байковтың добы да торға тимеді. Джордан Ватсон қазір айыпты орындайды. Дәл қазір осы Қостанайдағы жергілікті спортсүйер жанкүйерлер Джордан Ватсонға кедергі келтірген еді. Және Джордан қайталап көруі тиіс. Қыздардың қиыс кетеді деген сөзі айқайы орындалды. Кезекті мүмкіндік Джордан Ватсон. Бұл жолы тура торға тиді. Шайым Қуанов. Оған қарсы Руслан өтеген. Қарсылас аймағында топ ойыншылары. Және Руслан өтеген керемет шабуылға шықты. Атырау қаласының тумасы осы команданың қозғалыш күші десек те болады. Thank you.
төрешілер өздері ақылдасуда. Рустам өтеген. Жасы 25-те нағыз. Барса Атырау ойыншылары. Жиыл қазір. Бас қалдырды. Және Денис Викентьев. Украина. Елінің жарлықы елді мекенде туған. Жалпы Беларус азаматтығы бар. Бүгінде Атырау командасының ойыншысы. Айыпты бірінші мүмкіндігін жіберді. Ал екінші мүмкіндігін тура өткізді. Хуанов Руслан өтегінге қарсы. Өкінішке орай. Роман Марчук допты ойынға қосты. Джордан Уатсон. Макил. Оған қарсы ереже болды. Алады. Төрешов қырған сөз. Антон Быков. Тектірет. Командасына бай сейлады. Олатсан әріптесіне қалдырды. Және 15-ші нөмірлі ойыншы. Олтыста Роман Марчук. Алматы қаласының ойыншысы Барса Атырау командасына бай сейлады. Шайым Куанов шабуылда. Гепас берерін ойлануда. Оң жақ қапталдан. Ереже бұзылды. Руслан өтеген екеуі сөзге келіп қалған екен. Абырой болғанда барлығы жақсы аяқталды. Және Шайым Қуанов допты ойынға қосу керек. Так у нас приближается потихоньку концовка игры, но еще до конца третьего периода остаются считанные минуты. Тобол, да, действительно выступает на классе, ну и об этом свидетельствует статистика Атырауской Кустанай. Прошу прощения, речь идет про Атыраускую команду. Сегодня что-то я путаю немного две дружины. Насчет Атырау, действительно, команда идет на классе, и в этом сезоне они набрали достаточно хорошую форму, ну и тому свидетельствует серия из 5 побед. Это 6-й матч, и есть, конечно же, вероятность у атырауцев для того, чтобы эту серию увеличить. Ну и вот, подряд выиграть 5 побед — это достаточно сложно. Ну и на пути у атырауцев были такие команды, как Актобе трижды, и также Табу дважды. Вот и вся наша баскетбольная лига, так скажем. Последнее поражение атырауцы потерпели в Ахтубе. Это было 27 октября. Там атырауцы проиграли со счетом 77-58. И с тех пор, не знаю, поражение. Здесь отличный момент может возникнуть. Но
высокорослые защитники от Равской команды зацепились грамотно за мяч и ликвидировали опасность. Подальше от своей зоны. Поглядим теперь за позиционной атакой. Устанавливается с мячом Шаймкуанов. Передача на Быкова. Быков дальше. Здесь хорошее круговое передвижение. Исполнение баскетболистов кустанайской команды. Но они за это и поплатились. Точная, одна неточная передача. И все с мячего. Были они наказаны. Слышим мы, как перешептываются игроки друг с другом, обмениваются советами, наставлениями. Тайм Куанов, передача, нужно прибавить Тополу для того, чтобы зацепиться за следующую встречу. Получается у них нагнать отставание в счете от Рау. Вовремя реагирует, позволяет. Не позволяет, точнее, себя настигнуть, а здесь удача оказывается на стороне хозяев паркета и залетает из-под кольца. Мяч. Что, нет фола? А нет. Шайн Куанов отлично сыграл против Могила. Ну и здесь по рукам получает другой игрок кустанайской команды уже Максим Байков и вводит мяч в игру. Максим сразу же на Шаима Куанова. Колоссальную работу выполняет этот игрок. И иногда кажется, что у пятого номера кустанайской команды ни одна пара легких. Очень много передвигается. Ну и на достаточно высокой скорости. А здесь момент. Мяч залетает в кольцо. Да, на контратаке пытались поймать соперников. Отрался за счет скорости Джордана Уатсона. Но нет, мяч все-таки ушел за боков. Нет, это был фол. А мы видим, как Тигран Гикчан недоволен этим решением. Ну и уже позади этот момент оказывается. Отрался будут пытаться настигать. Будут пытаться увеличивать разрыв в счете. Не точно, но подбор все-таки остается за Утигеном Устамом. Жвермеда. Жалко, Бургер бағанадан бері көріп отырмыз. Осы командада жергілікті жастардың ішінде. Устам өтеген датып өтеге болады. Ал соңғы сәтте міне тобыл ойыншылары керемет шабуыл ұйымдастырды. Да, прекрасный слэм данк. И можно заметить, как все еще качается. И әлде қозғалып тұр. Да, кольцо. Ну, отличный перформанс. И мы видим, как болельщики этому рады. Ну и я лично рад, что в Кустанае много любителей баскетбола. Мы видим вот на стороне нашей трибуны. Та, что ближе к нам, противоположно от судейской бригады, очень много болельщиков, и это не может не радовать, поскольку Кустанай, в принципе, население большое. Здесь любят спорт, а здесь есть и Тобол Мерей, который стал чемпионом в этом году по футболу. Тобол команда СЭП, делал чемпионат класса жаналов болды, негізі. Ты жақсы маусым бойы ойнаған еді. Және бұл сенімді женгісе толық айтығы болады. Әрине, бір командалар женгісті басқа командаға бергісі кеткен. Яғни жанкүйерлер. Ал Шайым Қуанов пен Рустам Өтеген келісе алмауды. Да, ну, ощущается по
Кустанай в целом, что здесь работа Акима в первую очередь. Видишь, здесь спорт, практически все виды спорта в Казахстане, они спонсируются за счет государственных средств, да, и прекрасное управление Акимами позволяет клубам усиляться и играть, и мы это видели по, ну, на примере футбола, там были прекрасные игроки, Зоран, Тошич, и, ну, и воспитанники, конечно, а в баскетболе мы видим, что умеет воспитывать Кустанай вот таких качественных игроков, там усилить свой Шаим Куанов, вот, и очень-очень много имен. Да, Антон Быков, и очень много имен, действительно, перечислять можно долго, но я к тому, что школа кустанайского баскетбола очень хороша. И Антон Быков, жалпы сөзің аузында, Өскемен қаласының тумасы болса да, осы командаға, тобыл командасына жіптеуір пайдасын тигізіп жүр, бұл да өз кезегінде бапкерлік құрамның, команданың жетекшілерінің іске асырған пайдалы бір істердің бірі. Да, и надеемся, конечно, что так и все продолжится, но будет команда расти, будет в целом лига процветать, поскольку в Казахстане болельщиков баскетбола очень много. Ну и это праздник для местных жителей видеть звезд у себя, так скажем, на родном паркете. Ну и своих поддержать это всегда приятно, а тем более, когда они приносят победу. Но тем временем Атарау начинает свою атаку. Здесь Могил неудачно действовал. Еще один бросок и подбор остается за гостями. В момент они реализуют свой тимплейм. Тайм-аут, и есть у команд время для того, чтобы обдумать и сменить тактику, судя по всему. Да, ведет мяч. За лицевой. И мы видим, как в составе Атараусов выступает и Джордан, и Магил. Поглядим, как эта связка сейчас будет вместе взаимодействовать. Ну, оба уроженцы Филадельфии, и игра у них идет в хорошем уровне, связки они друг друга хорошо понимают. Ну и сегодня мы это видели, я говорил ранее, что дает тренер отдышаться, передохнуть третьему номеру атарауской команды. Ну и в такие важные моменты, особенно в концовку, надо, конечно же, использовать все ресурсы для того, чтобы одержать победу. К слову, для атарауцев, если они одержат победу, будет серия из шести, что, конечно, не может не радовать. А здесь цепляется молодой воспитанник кустанайской школы баскетбола, ну и сам реализовывает Ануар Симбаев. Было такое, знаете, затишье перед бурей. И вот опять Симбаев, да что ж ты творишь? Красавчик, просто красавчик. Ну, это вызывает у меня восторг и уважение. Два момента из двух он выцарапал всем, что можно. Ну и отблагодарили его товарищи по команде вот такой красивой трешкой. Нужно брать тайм-аут, да, нужно брать тайм-аут сейчас. Қостанай облысының тумасы болғандықтан Ануар Симбаев шынымен де өз командасына барынша қолдау көрсетіп, жанкүйер ретінде біз көріп отырмыз. Жанкүйерлер өздері де байқап біліп отыр. Өз командасына жан ашып, аяғына дейін ойнап жатыр. Жанкешті ойыншы кенде байқатты. Ал соңғы Барса Атырау командасының шабуылында команда бас бапкер, яғни осы ойыншылардың, яғни Барса Атырау ойыншылардың шабуылына қатысты өз шәкірттеріне наразылығын білдірген, яғни өздерін мүмкіндікті беріп отырсыңдар деп сыңай танытқан еді. Сол шабуылдан кейін ойынды өз қолына алды тобыл ойыншылары.
Павел Ильин. Эргарай пас асырды. Потом бекіп. Және осы тұста Асқар Ахметжан. Жезқазған қаласын тумасы. Ал енді Джордан Уатсон. Әлемге әйгілі аңыз адам Джорданның құрметіне қойылған есімді сәтті жалпы абыроймен атқарып жүрген секілді. Да, здесь прекрасная контратака Костанайской команды. Отлично прошел здесь практически все поле игрок костанайцев. Ну и реализовал свой момент. Да, казалось, что Атарау теряет инициативу, но вовремя взятый тайм-аут. Все изменяет в корне, все меняет в корне, точнее, но опыт главного тренера Гикчана Тиграна дает о себе сразу же знать. Очень своевременно все было исполнено. Ну и сейчас мы видим уже плоды этого самого тайм-аута. Ну еще одна пауза, последний тайм-аут в этом матче, и я напомню, что до окончания крайнего периода остается чуть больше одной минуты, и поглядим, сумеют ли костанайцы нагнать своих соперников. Шайхуанов шабуола өте сәтті орындады. Бойы аласа болса да баскетболды жанына серік етіп, бүгінгі таңда өз командасының үлкестар ойыншыларын айналды. Барса Атырау қалай жауап береді екен? Тамаша болды. Үш ұпайлық. Да, 3 на 3. Напоминает тебе это трек нашего поэта, скриптонита. Вот действительно, отвечает трешкой на трешку здесь атырауская команда. Ну и раздается свисток рефери. И да, заканчивается на этой мажорной ноте игра. Команда алға. Женіс алыс емес. Тарихта өз ізіңді қалдыр. Сенің командаң, сенің жетістігің. Один Икспет. Бұл сенің жеңісің.